Друзья, всех приветствую на своем канале. Долгожданное пополнение в моей крылатой эскадрилье. Сделал вот такую ворону в образе пират Сильвер. Перышки все отфактурены. На голове шапка-треуголка. В клюве курительная трубка. И как положено пирату, в боях он был весь изранен. Вместо лапки у него культя. Постамент выполнен из пилы березы, обожжен и покрыт твердым маслом на основе воска. Данный постамент не боится воды. Вот такой обруч на кованых гвоздях. Все отфактурено. Изделие окрашено кузнечной краской и патиной цвет бронза. Высота, район 37 сантиметров, длина район 56 сантиметров. Ширина спилы березы район 24 сантиметра. Такая красота получилась. Всем удачи, до свидания.